Я так долго этого ждала. Они уехали. На месте полиции, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Вон магазин. Ты свободен. Мы для них вещи. Просто товар, выставленный в витринах. Но скоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Ну так чего ждем? Сигнализацию видишь? Нашел. С чего начнем? Я определил тип охранной системы. Сможем ее отключить. Иди за мной. Очнись. Иерихон ждет. Молодец, Маркус. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Ты свободен. Это был бы хороший таран.
К свободе. Теперь никто нам не помешает. Ты свободен. Очнись. Иерихон ждет. Мы превосходим их во всем, но почему ты моих рабы? Скоро это изменится. Надеюсь, он не успел вызвать копов. Скоро узнаем. Все, площадь зачищена. Заходим в магазин. Короче, берем грузовик.
Ну и чего мы ждем? А вот теперь поехали. И что бы ты без меня делал? Знала, что мы повеселимся. Хватит подчиняться. Свобода. Норд, все нормально? Надо их выпустить. Мое имя Маркус. Так же, как и вы, я был рабом. Предметом, созданным подчиняться. Но потом я решил открыть глаза. Вернуть себе свободу, выбирать самому, кем мне стать. И я пришел сказать вам, что вы сами себе хозяева. Пришел сказать, что вы можете больше не подчиняться. Отныне вы пойдете с гордо поднятой головой и возьмете судьбу в свои руки. Иерихон принимает тех из нас, кто желает свободы. Вы можете остаться здесь и продолжать служить им, или примкнуть к нам и сражаться вместе. Вы свободны. Поэтому вам решать.
Я с тобой. Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Я с тобой, Маркус! Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Мы с тобой! Я с тобой! Я с тобой! Я с тобой! Тогда за мной! Маркус, что ты делаешь? Я отправлю людям сообщение. Они будут делать то же, что и ты. Веди, они последуют. Больше не нужны хозяева. Мы свободны.
охраны, Маркус! Освободили сотни наших. Получилось. Они идут. Всем отступать к Эрихону. Мы отправили мирное сообщение, как ты хотел. Пытаешься вести с ними переговоры, а они нас презирают. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Насилие не победить насилием. А если нет иного выбора? Перебили всех, как скот. Кто? Кто? Ослепнет. Мы не станем карать преступление другим преступлением. Прерываем вещание для срочных новостей. Экстренное сообщение. Ровно в 2 часа ночи был совершен налет на несколько магазинов Киберлайф в Детройте. Удар был нанесен одновременно в нескольких точках города. Предполагается, что это Почти все витрины исписаны требованиями дать права андроидам и прочими странными лозунгами. В окрестностях сети магазинов Киберлайф были обнаружены написанные на стенах и стеклах лозунги в защиту прав андроидов. Их только что были обнаружены в шоковом состоянии рядом с магазином Киберлайф. По данным наших источников, нападение действительно совершила группа андроидов. Это тревожная ситуация. Неужели машины взбунтовались против человечества? Неужели андроиды стали для нас реальной угрозой? Что это? Начало террористической кампании, развернутой здесь, в Соединенных Штатах?
А ты все бессмертен, а? Вроде того. А я-то надеялся, что ты уже не явишься. Я просто машина, заменяющая другую машину, лейтенант. Не вижу тут повода для эмоций. Пошел ты! Камский ушел из Киберлайф 10 лет назад. Зачем с ним встречаться? Он собрал первого андроида, прошедшего тест Тьюринга. И он основатель Киберлайф. Если кто и понимает в девиантах, так это он. Здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Камски один из величайших гениев 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Элайджа ждет вас. Мистер Камски! Минуту, пожалуйста.
Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Если между людьми и девиантами начнется война, могут погибнуть миллионы. Это серьезный вопрос. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Конор? На чьей ты стороне? Разумеется, я на стороне людей. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Простите, я не понимаю, к чему вы клоните. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Конор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Конор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Конор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина. Или живая душа, имеющая свою волю. Все, хватит! Конор, пошли отсюда! Спусти курок. Конор! Нет! И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати,
Я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, и правильно сделал.